Регулировать вопросы, связанные с миссионерской деятельностью на территории Ненецкого округа, в скором времени будут на законодательном уровне. С такой инициативой на заседании постоянной комиссии выступили сразу два докладчика, разработавшие аналогичные законопроекты. Эксперты отмечают, что деятельность сектантов способствует развитию межэтнических конфликтов и влечет за собой необратимые последствия для традиционного образа жизни ненцев. По нашей информации, на территории ряда муниципальных образований нашего округа ведут, как мы говорили, ведут активную деятельность некоммерческие религиозные организации, в обиходе мы называем их сектами, в частности, адвентисты седьмого дня. По информации, подтвержденной Федеральной службой безопасности, существует процесс материального взаимодействия, то есть жители активно жертвуют средства на деятельность данных организаций. По информации Архангельского регионального антисектантского центра «Гражданская безопасность», на территорию Ненецкого округа миссионеры приходят из республики Коми со стороны Воркуты, где с середины 90-х годов действует неопятидесятническая секта с широкими международными связями «Силаам». Представленным на комиссии собрания депутатов проектом закона предусматривается обязанность миссионера уведомлять уполномоченный исполнительный орган государственной власти о начале осуществления миссионерской деятельности. Также проектом определенный перечень документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган.